Так, народ, всем привет. Никогда не снимал для ТикТока вообще видео, но смотрю, что наш брат Дальнобой, очень много народа сидит в ТикТоке, и вот такое дело. Сегодня 6.11.22, суббота. Ой, уже воскресенье, встал суббота на воскресенье, паркинг. Большинство, в принципе, знает, когда идете на Италию. С Франции на Германию перепрыгиваем с А36 на пятерку. И вот тут есть паркинг прямо перед границей. Грязный такой паркинг. Вот Маршейн, кажется, называется. Он с двух сторон. Да, здесь ни туалетов, ничего нету. И вот в эту ночь слили топливо. Топливо слили 4 машины. У меня слили, но я здесь один, ну, у меня одного слили на одной стороне, 3 машины слили на второй стороне. Я стою на правой стороне от А36 в сторону Германии, короче. Надо было идти на Италию, на Эволу. Встал на паркинге, потому что уже и время кончалось, и было поздно, не встал бы я на Эволе. Ну и вот, утром просыпаюсь, как увидел, не сразу обход, сели аккумуляторы, машинка подала сигнал, то, что пора бы завести. Завожу машинку и смотрю, что стрелочка у меня на красной линии внизу. Сразу же заглушился, выскочил, просверленный бак, попробую сделать, или в следующем посту выложу фотографию бака и координаты паркинга, где как что стоял. Но, ну вот у меня где-то 600-650 литров слили. Доступ был к большому баку, только я был после заправки. Опустошили почти под ноль. Ну вот. На той стороне у коллег, у одного 400, второго 600, и еще один тоже поплатился где-то на 500 литров. Но ничего не слышал. Как говорится, ничего не видел ночью. Утром еще проснулся от того, что сильно болела голова. Думал, ну, так как вибаста была включена, думал, слабо приоткрыл люк на вентиляцию, открыл больше, но уже прошло где-то 6 часов, голова до сих пор не проходит. Ну, так что думаю, что чем-то пшикали, усыпили, может быть, но опять как бы недостоверную информацию. Но не, реально ничего не слышал. Баки просверлены. Дырка диаметром 4 сантиметра где-то. Ну и все, соляра под ноль. Коллега тут стоит недалеко. Сказал, что к нему к ночью пристраивался 8-тонник на чешских номерах. Но, говорит, включил свет, выключил, 8-тонник уехал. Почему коллега, как говорится, не спал еще? Потому что он поменялся ночью. Вот только была смена водителя, он поменялся, говорит, я не успел уснуть. Но так получилось, что у меня здесь слили. Был доступ, слили. Так что, народ, будьте аккуратней. Как там, что будет дальше, пока не знаю. Ну, менеджер сказал, что высчитать не должны, но тут такое дело. Приедем, узнаем.